Уже вечером того же дня семья с детьми 13, 9 и 5 лет переехала в двухкомнатную квартиру, предоставленную городской администрацией из специализированного жилищного фонда. В квартире приведена в порядок сантехника, освещение, завезена мебель, бытовая техника и необходимые предметы обихода. Совместно с отделом соцзащиты был объявлен сбор одежды. Откликнулось большинство горожан. Семье также было выделено 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Днем позже был устроен на работу отец семейства. Дети пошли в школу по новому месту жительства. Младшей предложено место в детском саду. Сейчас в Кувандыке решают вопрос о приобретении жилья для многодетной семьи, волей судьбы потерявшей все – дом, вещи, документы.